Йоу, здесь стопах тащат одни скиллы. 5000 побед без доната сделали они. Они фармят на поле боя, фармят в топ-джое. От заработанных бабок они делают кач, а все что надо, чтоб играть как они, это иметь прямые руки, которые не из жопы. Нас тут иметь хороший телефон, хороший интернет и все. Ты скилловый игрок. Эти байки они рассказывают вам, а на них ведь биться лохи. Без доната здесь не выжить, не затащить. Здесь скилл — это не твой талант, не мастерство игрока, а это сплошной донат. Донать, донать сюда. На каждом углу скидки, на каждом углу паки, бусты, галди, галди, деньги трать, большие рубли. Ну, почему вы не понимаете смысла простых слов? Это игра, донатная помойка, коммерческий проект и не более. Сколько сюда придется задонатить, чтобы прокачаться, и сколько лет придется прокачаться от фармы на поле боя и топ-джоя, сколько нервов придется вам положить, бессонных ночей, сколько психику придется вкладывать, чтобы весь этот ад пройти. Думайте головой, сами решайте, нужно это вам или нет. Думайте сами, сами решайте.